Привет всем. Сейчас рассмотрим ситуацию в Израиле, буквально по-быстрому. Ситуацию в Израиле рассмотрим. Гадать будем с точки зрения Израиля. С точки зрения Израиля будем гадать. Почему я это делаю? Вы знаете, очень все ситуация похожа на то, что в Армении происходит. Та же самая спорная территория, то же самое, что там с СВО. И плюсом ко всему, в Израиле очень похожая ситуация на российскую. Так, это первое. Второе, что могу точно сказать, король Треф у меня будет здесь обозначать этого Нетаньяху, по-моему, премьер-министра, который захотел все права там как-то это... власть объединить захотел у себя в руках, единолично там что-то править захотел, судебную реформу провел, еще там какую-то реформу. Это очень-очень похоже на ситуацию у нас в стране. Поэтому он будет у меня обозначаться королем Треф. Что делаем? Карты мне почему-то уже выпали здесь, не знаю, потом посмотрю. Карты, скажите, пожалуйста, что будет в Израиле в течение 2-3 месяцев. Израиль. Почему на Израиль гадаю? Потому что у Хамаса как такового нет государства. Если Хамас нужно устранять, нужно зачищать полностью, будет сектор Газа. То есть они его не зачистят. Нет, не зачистят. Там какие-то задержки, издержки есть. Не вижу, чтобы зачистка была. Муторно. Сейчас посмотрим быстренько ситуацию в Израиле. Это не последний конфликт, который будет в течение 2 лет. Какой-то конфликт еще будет. Скорее всего, это где-то Евразия, Азия, вот где-то вот так вот. То есть средняя часть полосы. В течение 2 лет. Так. Ладно, выложу. Драка будет в течение месяца. Карта драки упала, сразу скажу. Драка будет. С чем она закончится, сейчас я скажу. Потому что тут карты уже более такие смирные выпадают. Но первый месяц драка будет однозначно. Валет и дама — это всегда сочетание драки, причем они смотрят в одну сторону. Ну, значит, в ближайшее время, там, я не знаю, 2-3 недели, может, месяц даже, полтора месяца, ну, будут проводиться военные операции. Ну, без крови здесь не обойдется, это точно. Много ли будет или нет? Крови будет, да, достаточно. Карты выпадают сердечные. Крови достаточно будет. Крови будет достаточно, в меру, но тут идет какой-то обман. То есть манипуляции с числами, с телами будет. Возмездие будет. У меня карты это проигрывают. Ну, там посмотрим сейчас. Чего да как. Просто я уже посмотрел в интернете, что там танк взорвали арабы. Заехали на территорию, с дрона начали там бомбить. Там говорят, в плен, ну, пленных я видел, что берут, там что-то ногами бьют, там говорят, еще каких-то полуголых там женщин ведут, пленных, не знаю, этого я не видел, не могу сказать. Танк видел, что подорвали, и видел, как 2 людей взяли в заложники, еще на улицах там какого-то города бегают с автоматами, вот это я видел. Что еще? Крупная покупка внизу. Ну, насчет крупной покупки, я не знаю, сейчас пояснение. Пояснение. Чему-то туз ложится ударный. Удар придется терпеть. Удар — это не однодневный удар, удар еще будет, удар длится какое-то время. Здесь чуть ли не до 2 недель будет какой-то удар.
Может, он не такой будет и крупный, как вот в первые дни, но удар есть. То есть тут какие-то вот прямо дни идут. Неделя, две недели. То есть вот такой вот. Это не однодневный удар. Что еще? Печальное известие. Ну, печальнее некуда, согласен. Трудности с оформлением бумаг, бюрократия. Проблема вся упирается в, я не знаю, правительственные это или неправительственные органы. Здесь покупка для нужд, я не знаю, может это модернизация была армии, не знаю, связано ли это с армией или нет, но мне карты показывают, вот предварительно гадание, покупка была какая-то. Не знаю, с чем она связана. Следствие этого печальное известие и трудности в оформлении бумаг. Я не знаю, может на службу сложно поступить, сложно оформить, не знаю, там на оружие что-то. Вот что-то, возможно, с этим связанное. Потому что карты просто так никогда не показывают. То есть трудно оформить какие-то бумаги на что-то. То есть вот это вот и стало прецедентом каким-то. Может, это кто-то узнал, что там трудности какие-то. И решили напасть. Такое тоже может быть. Вполне. Что еще выпадает? Влиятельная женщина, покровительство. На Израиле есть покровительство. Не знаю, женщина, не женщина, но покровительство есть. Сейчас посмотрим. Покровительство, денежные разговоры, покровительство есть казенного дома, дорога. Покровительство-то есть, я вижу. Покровительствует дом какой-то. Покровительство казенного дома. Покровительство государства неплохое, но что-то как-то... Вот и король проигрывается. Не знаю, темная дорога какая-то у государства, не знаю. Король выпадает на нее. Любовная карта выпадает. Денежная карта, я так понимаю. Следствие почему-то удар. То ли король не занимался тем, чем он должен заниматься, потому что здесь идет любовная карта. Я работы особо не вижу, работа вот, возможно, работает он в последнее время. А до этого что-то как-то не сильно. И на это выпадает туз-пик. Вот здесь и загвоздка. Загвоздка в работе короля. Что-то он там не то делал, не тем увлекался. Я просто уже посмотрел, что там на Нетаньяху начали тянуть. На что-то это очень похоже. Человек не занимается ничем, а только концентрирует власть в своих руках. Власть концентрирует в своих руках, возможно, еще деньги концентрирует. Разговоры какие-то ведет. У него, возможно, есть соперник. Вот соперник будет говорить. Возможно, еще король идет. Здесь будет один или два человека, которые будут вот Нетаньяху хорошо так это в бока. В бока так это двигать. Возможно, смена власти в ближайшие полгода. От 3 месяцев до полугода, да. Тут король какой-то другой выпадает. Может, он полукровка или еще кто-то. Ну, такой. Довольно-таки своеобразный мужчина. Может, какой-то ортодоксальный. Но я не вижу, чтобы он навел порядок. Так, давайте дальше гадать. То что-то ушел куда-то уже совсем. Что у меня выпадает? Да, операцию будут проводить довольно-таки кровавую, я так понимаю. Потому что здесь драка идет с последствиями. Это я точно эту комбинацию знаю. Конфликт довольно кровавый. Сейчас на Израиль смотрим. Но с одной и с другой стороны будут жертвы. Мысли об улучшении материального положения. Мысли. Вот это вот и загвоздка. То есть здесь идет боевая карта, но не хватает финансирования. Либо не было финансирования, либо не будет финансирования. Почему-то здесь финансирование связано. Карта выпадает финансов. Понимаете, война, она требует очень больших расходов. Если... Как бы так лучше-то сказать-то, так чтобы дипломатичнее выразиться.
если кто-то профукал момент удара, значит, этот человек, либо люди должны понести наказание. Какое бы то ни было, потому что здесь недофинансирование есть. Денек нет. Но вы держитесь, как говорится. Что еще выпадает? Верность. Нет, я не вижу, чтобы здесь что-то с территорией было. Нет, урегулирование есть территории конфликта, но здесь будет кроваво. Мне карты, по крайней мере, показывают. Такое, что умиротворение они не показывают. Ближайшие там две недели, ну, до месяца где-то полтора, здесь будет разборка. Конкретная будет разборка. Далее. Верность, я сказал, верность. Израиль сохраняется. Гости, скорые. Тут союзники возможны. Союзники в лице какого-то государства. Плюсом. Плюсом. Что здесь идет довольно-таки риторика. Риторика такая. Государство какого-то, что-то, помощь какая-то будет. Это иностранное государство из другого дома идет. Помощь будет. Я не знаю с чем, но здесь будет. Я не знаю, кто союзник, честно признаюсь. Не знаю, не понимаю. Вот. Что еще? Разочарование идет. Обдумывайте свои планы. И слезы в пути. С чем связаны слезы, я не знаю. Честно признаюсь. Сейчас, ну, как всегда, я постараюсь по датам разложить. Ой-о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 й. Нет, драка скорая выпадает. Драка. Именно драка скорая выпадает. Драка, рукоприкладство выпадает очень скорая. Прямо оно завалилось. В течение, ну вот до 20-х чисел, до 20 там какого-нибудь 1-го, 25-го числа тут драка идет. Драки, бомбежки. И я еще раз говорю, здесь вероятность есть поменять власть. То есть здесь, возможно, без Нетаньяху будет уже. Или Нетаньяху, да, по-моему, там. Вот. Как-то так. Ну вот так война ставит все на свои места, что я могу еще сказать. Война без жертв не бывает. Все как это, знаете, как в стае волков, когда один волк там все уже стал слабый, ну вожак, не вожак. Его либо выгоняют, либо можно загрызть даже его, нафига он нам нужен, что он сделает. Ну вот так. Человек человеку волк, что можно сказать. Что еще выпадает? Любовные увлечения, обман надежд. Кто-то увлекался не тем, чем нужно. Обман надежд идет. То есть любовное увлечение почему-то у меня выпадает. Я не знаю почему. У кого любовное увлечение выпадает? Карты. Ну-ка покажите. Разговоры какие-то велись. Опять какие-то карты выпадают странные. Карта болезни, карта удара, карта независимости. Что у нас все будет хорошо, не парьтесь. Все хорошо будет. Какой-то король, может, военный говорил. Все хорошо будет, не парьтесь. Короче, здесь чем-то увлекались абсолютно не тем. Ну, я говорю, как есть. Любовные увлечения, обман надежд. То есть, увлекаешься любовью, обманываешь себя. Чем-то другим занимались. Возмездие будет, я сразу говорю. Возмездие у меня проигрывается по картам, но возмездие кровавое. Там довольно-таки, я так понимаю, жертв будет, может, даже настолько много, что будут скрывать их. Вот так. Удача в делах. Ну, будет удача в течение какого-то времени. То есть, ну, по истечении, точнее, какого-то времени. Но удар придется сдержать. Это как в боксе, знаете, если не закрылся, если не ушел от удара, ну, придется морду его терпеть. А что делать? Все, сам профукал удар, сам профукал тайминг. Что могу еще сказать? Не увернулся. Не дал в ответ, не был готов. Там пропустил удар в голову. Ну, это сравнимо с ударом в голову. Не по корпусу даже, а именно в голову. Бах так тебе. Но не нокаутирующий удар, сразу говорю. Тяжело, очень тяжело, но не нокаутирующий. Удача в делах идет.
новое увлечение. Но я говорю, здесь, скорее всего, будет смена правительства. Очень велика. Ну, тут народ выпадает недовольный. С одной стороны любовный, с другой стороны недовольный. Либо меняется любовный на недовольный. Что-то обман идет. Опять обман какой-то. Болезненно очень все будет. Очень болезненно, чересчур болезненно. Люди выпадают. О, людей-то выпадает. Я только не могу понять. Нет, не на защиту. Они выпадают, люди выпадают, но люди выпадают не на защиту. Люди выпадают. Я думал, они на защиту выпадают. Нет. Здесь объединение идет людей на теме вражды. Тут на правительство будет вражда. Я только не знаю, поменяют они его или нет, потому что людей выпадает очень много. 3 вольта это чересчур много. Очень недовольных много. Вероятность смены власти идет. Вероятность смены власти идет, но я не знаю там, что будет. Честно, я не знаю там. Не показано, что ситуация улучшится, но... Нет, не улучшится. На кого поменяют, я не знаю, но такое себе. На. Вероятность смены власти есть, но власть будет... Ну, такая сия. Там какой-то есть, там два короля какие-то есть. Должен вот король червы прийти, но почему-то король бубен у меня показан. На короля треф выпадает дорога, но она не скоро идет. Вероятность смены власти есть. Очень большая. Но это не первый месяц. Вероятность того, что смена власти это не первый месяц, это либо конец идет, это приблизительно середина ноября, декабрь, вот так вот. Если не будет, значит до конца года, если не будет смены, то скорее всего так и останется. То есть он и останется, но вероятность того, что останется Нетаньяху, крайне мала. Я бы дал процентов 5-10. Чересчур большая ошибка. Очень большая ошибка здесь выпадает. Если недовольный народ стерпит, ну, как бы тут уже такое себе. Понимаете, если нападать, это одно. А когда на тебя нападают, ты ничего не можешь сделать, ну, это уже, простите меня, это уже серьезно. Вот в результате вот таких вот нападений, кстати говоря, и меняется правительство. Что еще выпадает? Любовная тоска. Ну вот почему-то тоска выпадает, не знаю почему. Нехватка денег в семье. Нехватка денег выпадает на фоне чего-то. Кризис власти возможен. Из-за того, что один не может уйти, не хочет уйти, а другой не может прийти к власти. Вот так вот. И все-таки самое важное, там самое важное, вот самое важное, там конфликт, не конфликт, вот о чем стоит задуматься. Любовный разговор выпадает почему-то. Разговор выпадает. Отмена прогулки либо поездки. Не знаю, почему отмена прогулки, поездки. Отмена вообще перемещения. Отмена перемещения. Может, закрытие границ? Что-то такое. Вступление в брак, роспись почему-то выпадает. Поддержка от... младших. Тут король что-то замешан. Я не могу понять. Либо короля поддержат, либо наоборот. Он пока держаться будет. Потом удар стерпит. Удар на него идет. На короля, на Нетаньяху или кто там. Я уже забыл. Идет удар. Но это не первые дни.
это идет по истечению какого-то времени. Если он усидит, в чем я очень сомневаюсь, конечно. Ну, тут король какой-то идет, не знаю. Возможно, другой какой-то придет. Человек какой-то, дорога у него есть, за него какие-то люди. Объединение идет. Какой-то человек, это не Нетаньяху, это какой-то другой. Вот так вот у меня проигрывается. Да, конфликт есть. Конфликт, согласен, есть. Есть, есть конфликт однозначно. Конфликт будет не таким долгим, но кровавым. Как, не как мужчины, да, вот мужчины, они убивают быстро. То есть там один другому сломал там шею и все. А здесь как бабы, то есть они вцепятся друг другу в волосы и будут таскать друг друга. Вот что-то в этом роде. Как-то так. Вот так вот у меня получается. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, все закончится это очень быстро. Не превратится в всем известный конфликт, который у нас протекает не так далеко. И все наладится, думаю. И думаю, Нетаньяху уйдет. Я не вижу за этим человеком ничего хорошего. Честно, ничего не вижу. Ну, он... Любовные хлопоты, но по сути дама пик у него. Нет. Я за этим человеком ничего хорошего не вижу. Нет. Кто бы он ни был, какой бы верой ни являлся, он вообще делает не то, что надо, и смотрит как-то абсолютно косо. Вот косо на мир смотрит. Ну, косо, не знаю, смотрит, вот и все. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и до свидания. Мира, добра.